Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре «Советские рубли» с Владимиром Ильичом Лениным. Пришла ко мне соседка и нашла у себя в старой копилке вот такие 2 рубля, ну и попросила их оценить, сколько они на данный момент стоят. Ну, помнится, в начале 90-х, будучи студентом, я такие продавал на рынке и в то время купил за них, по-моему, 2 или 3 продал, кожаный ремень, приличный по тем временам. Ну, посмотрим сегодня, сколько такие рубли стоят на данный момент. Сейчас мы их по традиции взвесим. У меня весы здесь. Итак, весы обнулились. Первый рублик у нас весит 12,71. Это юбилейный рубль столетия Ленина, напомню, кто не знает. И взвесим следующий рублик, он потоньше. 11,29. Это тоже юбилейный рубль. 50 лет советской власти. Была выпущена целая серия монет. 50 копеек еще были, 20 и 10. И теперь переходим к компьютеру, посмотрим на ценники, что за них сейчас можно выручить. Открываем аукцион «Мешок». В поисковой строке я рубль с Лениным написал. И будем листать. Итак, долго листать не пришлось. 60 рублей первый попавшийся. Смотрим дальше. Значки. 140 рублей. 90 рублей. 90 рублей. 38 рублей. Но это с рубля аукцион. 16 ставок уже сделано. Может, наберет. И вот самый дорогой попался — 300 рублей. Но, видимо, здесь состояние получше. Такой портрет у него. 80 рублей. И вот, друзья, попалась целая куча рублей. Не знаю даже. Смотрите. Здесь такие, как у меня, и здесь еще есть 20 лет победы. Ну, наверное, сейчас посмотрим. 30 штук. 30 рублей. И цена всего 685. Вот такие цены на сегодня. Ну, как вы поняли, кожаный ремень нормальный за эти деньги, за 2 рубля не купишь. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди будет много интересного. Всем пока и до новых встреч.